Так, добрый вечер еще раз всем. Мы начинаем я. Можно чуть-чуть сделать свет потише здесь? Очень ярко. По приглушению, пожалуйста, сделайте. Свет очень ярко, некомфортно на сцене. Можно его приглушить? Кто отвечает за свет? Мы поиграем для вас немножко музыки нашей сегодня. У нас день рождения, нам 1 год, в той или иной степени, в которой мы здесь собрались. Здесь много музыкантов, разных танцоров сегодня будет. Да, вот. На самом деле я хотел сказать, что если музыка такая немножко специфическая, да, вы можете не пробовать, мы не обидимся, мы будем знать, что вы делаете. Отдыхаете. Просто как вам комфортно, так и делать.
Эта композиция называлась Change. Ее исполняет Ману де Лаго. Это такой музыкант из Англии. Thank you.
танцора из Мадрида в клубе Дуров в 8 вечера. Так что мы успеем закончить, вы кто-то есть, у кого-то есть свободное время, можете поехать на трассе Кутовская, в театре Дуров. Продолжаем. Он будет еще раз поклониться людям. Просто. Присоединяются еще музыканты, которые я буду представлять по мере выступления в Москве. Евгений Федорков, кларнет, флейта. Антон Мартынов, перкуссия. Анна Кравец. Олег Валчек. К нам сейчас присоединится. Это был Эль-Теби, Степан Прилюбко, танец. Легендарная космическая личность Сергей Клоусов. Отличные каринга, африканские сантуры, персидские ситары. Все, что вы сейчас будете слушать необычные, это все. Малик. Синица Булат Равилов, гитара, ут. Булат, привет. Сейчас мы здесь немножко утрясаем момент один с рисованием нашим. Мы уже успели решать проснулись по музыке. Вот Равилов. Мы немножко перемещаемся с музыки. Ну, это такое было начало, да, это была испанская композиция, вот Степан танцевал. Сейчас мы, наверное, немножко ближе к морю идем, к воде. Так мы подумали, что надо. Что-то такое морское эмоушн, это какой-то океан, где приходит. Ну ладно, эмоушн
присоединяйтесь, еще музыканты. Выходите, выходите, скажите. Елена Темникова, скрипка. На эту сцену Галию Хасянову для того, чтобы исполнить одну композицию на турецком языке. Вот, давайте похлопаем Галию. Ну, мы так перемещаемся постепенно куда-то уже в Турцию. Thank you.
Гитару реверб чуть-чуть добавить. Thank you.
видеть, что у нас уже поменялось, да? Как это называется, столица? Уже на экранах что-то другое, да? Песок. Лилия Никитина, песочный аниматор. У нас сегодня смешанные стихи воды, пустыни, песка, воды, солнца. Thank you.
сцену снова всех. Все? Все на сцену. Все, кому надо, это знают. Сейчас мы сыграем кавер-версию одной песни. Кто-то, может быть, ее знает по сериалу «Клон». Клон? Клон. Там она звучала. Hey. Thank you.
Милов Господин на вокал. Композиция My Love Is Gone. Исполнитель Сидайго. Сейчас мы сыграем еще одну инструментальную композицию. Наверное, последнюю. Да, последнюю. Кому интересно, зачем я это делаю, я расскажу так. А вот этот хэнк, ну вот эти хэнк-драмы, они называются хэнки, да? Они разные тональности, разные ноты здесь на них. Поэтому, когда я меняю это все, это не потому, что я прикалываюсь, а просто по мелодии сочетание нот, как удобнее. Даже забыл уже. Thank you.
Когда-то это была композиция интро, теперь на аутро. Вот, собственно, все. Это еще раз представлю сейчас музыкантов. Евгений Федорков, кларнет, флейта. Антон Мартынов, перкуссия. Елена Федрикова, скрипка. Анна Кравец и Алан Чек. А с нами еще играли Сергей Колесов, Булат Равилов. С нами танцевали Фламенко и Эльтеби, он уже в Дурове, он может туда последовать потом. Астрик Кузунова, армянский танец. Наши художницы, водное шоу Мария Косина, и песочный аниматор Юлия Никитина. Наше оформление наших мелодий. Вот, но мы на самом деле не будем попсовыми артистами, мы не будем там ждать, пока вы будете кричать на бис. Мы об этом подумали сами. Честно, зато честно. И мы исполним еще. Что? И все, и тишина. Спасибо, спасибо. Сейчас Камилу Фасхудинову. Камила, я тебя не обидел, да? А, с нами же еще вокалисты были. Галия Хасянова вот в зале сидит, и Камила Фасхудинова. Вокал. Я и да? Человек на песне. Среди наших композиций звучит, да, и авторские, и чьи-то известные уже песни. Вот, спасибо вам, что вы пришли. Мы поиграем еще, наверное, одну композицию и освободим вас. Вот, с наступлением Пасхи вас. Завтра Пасха, да? Завтра Пасха вас. С наступающей Пасхой. Музыку, которую он назвал авторской, написал Эльдар. А который есть в зале? Да. И все? Есть, есть. Мы приглашали татар много. Всего двое, да, по-моему, если что? Ну ладно, мы сейчас поем композицию на татарском языке. Камила ее поет очень красиво. Она называется «Кишерминэ Гафуит». Это... Камила, расскажи. Эта песня посвящается всем мамам, чьи дети уехали в другой город, в другую страну, и они ждут своего ребенка. Ну, песня рассказывается про бабушку, про женщину, которая каждый день ждет почтальона с письмом, либо когда в окошечко камушек просто стучит, ей кажется, что кто-то в дверь постучал, она идет, открывает дверь, а там никого нет, и все равно говорит: нет, это сегодня мне показалось, но завтра обязательно моя доченька или мой сыночек приедет. Песня об этом. А называется она «Кичамине Анкей Лафуит». Это со слов ребенка, естественно, который говорит: прости меня, мамочка, мне уже все сколько лет.
Залито. Да.
спасибо. Это была группа Emotion, я Эльдар Ше. Евгений Федорков. Спасибо, что пришли на мой концерт. До новых встреч.